Здорово, народ, это любопытный геймер, и вы смотрите прохождение игры Xena Clash 2. Мы добрались до мира Химер, до какого-то очередного эпического ландшафта. И вот, разжились рыбьим пистолетом. Поглядите-ка, я вообще уже что-то забыл. А, ну да, мы же ищем, запчасти для голема. Если вы так же, как и я, забыли, что мы здесь делаем, то вот вам открытие. Нужны нам запчасти. У нас голем помирает, и не то, чтобы меня это сильно расстраивало. Просто проблема заключается в том, что голем, если умрет, а мы приложили к этому руку, то умрет наш главный герой. Умрут его друзья. Умрет странное существо по имени Отец-Мать. Короче, все умрут, если не спасти голема. Так, здесь убивают чубак. Значит, здесь живут друзья. Или такие люди, которые будут убивать и нас, и чубак. Конечно. Как я мог наивно полагать? Да твою же мать! Чубаки! Чубаки, убивайте этих! Так, это наш... Это наш обезьян. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Плохо, очень плохо. Так, обезьяна, получи по морде. Хорошо. Очень хорошо. Really good. Ты кто такой? Точнее, а, ты это... Это она? Блин, ни хрена себе богатырша. Что это за Power Rangers? Ну же. Да блин, наконец-то. Ага, это свои. Ха, извините. Ладно. Немножко потеряли в жизни, потеряли почти всю ярость. Да, там забыл, уже нету, я все взял. Так, что здесь есть? Здесь какие-то пыточки происходят, я так смотрю. Да, весело у вас тут, ребят, весело. Развлекайтесь. Нет, я не хочу таких развлечений. Я хочу вот эту коробку. А тут есть... ружьишко. Что такое? Не надо ко мне приставать. А как туда залезть-то, блин? Ой-ой-ой, я чуть не упал. А, блин, представляете? Ага. Так. Осталось решить... Все, понял. Мне действительно нужно вот сюда. Сейчас я немножко постреляю птиц этих придурочных. Они плюются в меня ядом, и они... что неудобно, держится на высоте, где их достать невозможно. Ну ничего. Как-нибудь, ребят, как-нибудь сдюжим, как-нибудь вынесем. Птица.
Раз, птица. Ну чё там? Петухи ядовитые. Вот, хорошо. Ай, жалко пушкарик на такую чепуху тратить, конечно. Ну, ничего делать. Иначе они у меня плеваться начнут. Ядом. А это плохо. Я уверен, что вы тоже не любите, когда вас плюют с ядом. О-оу. Так, здесь у нас чего? Здесь тоже какой-то тайничок. Еда. Ярость. Прекрасно. Набор интервента. Еда и ярость. Так. О, гранатки. Хорошо. Пынц. Открыли ворота. Ну и отлично, отлично. Можно валить отсюда. Если, конечно, не объявится. Измененный житель Востока. Ах ты. Убогий. Вот тебе. Так и знал, что все-таки полезут. Полезли. Вон, смотрите, впереди еще один. Так, хорошо. Это такие же гиббоны. Так, хорошо. Оп. Отлично. Вообще замечательно. Ах ты. Так, все вырубили. О-о-о. Зараза. Теперь придется вернуться. Тут были жизни, я помню. Замечательно, так, еще вот здесь вот, да? Точно. Еда. Я с ней встретился. Что, еще будут гиббоны? Вон, вижу впереди. Что он делает? Прекрати иметь камень. Так. Замечательно. Отметили просто как тряпку. Откуда их столько, этих обезьян здесь? Блин. Лети уже. Тихо. Вот и хорошо. Сразу двоих. Благодаря кольцу голема. Ну что же. Мы продолжаем бежать. Бежим. Ага. Забираемся вообще наверх. Сейчас будет мост. Нам вообще, да, в эту розовую башню. Сейчас, конечно, будут тут какие-нибудь... Так вот, еда. Хорошо. Еще лучше. Очко опыта. Так, здоровье. Давайте, что ли, здоровье.
качать. Так, а здесь-то чё? Да ничего, вообще абсолютно здесь ничего нет. Ну ладно, бывает. Вот это мост. Сюрреалистические картины продолжают просто поражать воображение. Хорошо, что мне не придется. Ой-ой-ой. Да нет. Да ладно, брось, вы чё? Обезьяна на грифе. Черт, не ломай мост, скотина. Офигеть. Тихо. Что это такое было? Я ни черта не понял, если честно. Да, пропустить кинематографических. Ой-ой-ой. Ребятки, я лучше пойду. Ой! Вы издеваетесь? Отвали, моя черешня. Все красное, почему? Я включил какой-то особый режим ярости, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нет. Нет, только нет. Нет, отстаньте от меня. Ох, блин. Офигеть. Что это за лилия королевская? Так, я... Мать их едить. Я куда-то поднимаюсь. Видимо, в башню. Ой, что так все быстрее и быстрее. Ребят, 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 притормозите. А туда как катапультировать можно. Обалдеть. О, посмотрите. А тут еще и трещина. Ух, дух захватывает. Ну, собственно, это голем. Он развлекался игрой в шахматы. Чувак, ты можешь нас не убивать? Gollum is dead. How is he going to help us? Это еще что за хрень? It's the South Golem.
I think it's about time I use my proper name. I am Zatlte. You must know why the Golem sent us here. Do you have a cure? No, you are looking for him. What killed him? Just like my friend in the island, he was dying of boredom. Yes, of boredom. You would understand if you had lived as long as he did. Coxte would call it wear down, support system failure, but we knew better. My friend was fighting the disease the best way he could. There is no unique cure for our condition. Nuatlte was breeding, enabling a remarkable type of chimera. Single beings with two brains, intelligent, agile, full of possibility. You mean those two-headed people attacking us? Yes, they could be more remarkable. But keep in mind, Nuatlte's work was interrupted early. You see, your friend the Golem, the entitled one, he is strongly opposed to the existence of chimeras, and did everything he could to stop the endeavor. He even acquired the legal faculty to kill Nuatlte. The what? Legal faculty? I forget you don't know these things. I'm so used to them, I forget they aren't completely real. Let's just say legal is a special kind of weapon we Golems can use against each other. If the North Golem killed the East Golem, why did he send us here? How could he expect the East Golem to cure him? All Coxte wants from Nuatlte are some parts. I can take them to him for you. We're not touching you. I don't want to be linked to the North Golem and to you. Don't worry. I don't have the linking power. Our makers made us choose a limited number of powers, and isn't it more beautiful to make things fly? Why are you helping us? Coxte is an open book for me. I'm no longer interested in him. But you still have a role to play. You may still surprise me. Please survive so I may see it. You trust him? He seems to dislike the Golem as much as I do. But I don't really trust him. In any case, I think he's the only one who could reach the North Golem with the organs on time. What now? We should return to Halstem, ask around, and find where Father Mother was taken. Да, это вправду важный вопрос. Блин. Вы чё? Серьезно? Предлагаете мне прыгать, что ли? А, я думал. Тут надо прыжками. Идемте. Так. Быстро вернулись, это очень хорошо. Потому что не хотел я бежать еще разок по этому мосту. Совсем не хотелось. Мне так яйцебороды идут лесом. Совершенно неинтересны их страдания. Также мне не хочется выяснять причину, по которой они пытаются нам настучать по башке. В этой игре, если выяснять причину, по которой хоть ну каждый следующий враг... Или я не знаю, как их назвать, пытается настучать нам по башке, можно вообще свихнуться. Они просто хотят настучать нам по башке. Давайте ограничимся такой формулировкой. Все стучат друг другу по башке. Именно поэтому мир Зенозойка и, видимо, отделили от остального цивилизованного мира. Загнали их в резервацию. Ну, потому что они дикари. По сути, да, так и есть. Мы играем двумя дикарями, которые даже не понимают принцип вообще правового общества. Да отстань ты, господи. У них все решается на кулаках. Если тебе показалось, что кто-то не прав, ты всегда можешь выбить из него дерьмо. И если у тебя получится, то все будут считать, что ты прав.
просто потому, что у тебя получилось. Да, так и есть. Странно, но тем не менее. Да ты что ты, блин, отстань от меня. Смотрите. Смотрите, какой упрямый, да? Отвали. Шутничок. Опачки. Это что такое? Мне эта музыка как-то не очень нравится. Почему здесь, смотрите, нас объявили в розыск по-любому. Если еще портреты гад я не узнал, то у Шаримат не узнать-то, блин, сложновато. В чем дело-то? Что случилось? Кругом листовки, пропагандирующие охоту на нас. Ну блин. Теперь они на нас ополчились. Все наши бывшие знакомые. Да ты чтоб тебя. Ой. Римат, извини, пожалуйста. Ой, блин. Римат, пожалуйста, меня извини, я... Я опять тебе нападал, да? А это что за Человек-паук? Посмотрите. Amazing Spider-Man. Что такое? Не кусай меня. О, замечательно. Это что? Во. Тут зарядов больше. Ладно. Они хотят нас убить, потому что им плохо, когда голем страдает. Все из-за той же связи, из-за которой мы собирались его спасать. Так, а здесь-то что? Это вот у нас как раз домик. А, нет. Слушай, когда... А нет, да. Yes. Возьмем Онпу. Он хотя бы полон сил. Ага. Сюда нам, сюда. Ну, каким очередным безумием нас порадует игра. Так, а что нам нужно сделать-то? Кто-то забрал отца-мать. Опять, блин. Ну где? Бегут, блин. Ах ты ж, блин. Гадские карлики. Посмотрите, все, вообще все. Да
Давай, давай, давай. Вот так тебе. Ох ты ж, блин. Ё-моё. Вот так вот. Да ёкарный бабай. Душило. Так, полетай. Ну-ка. О, как. Вот отлично. Все, разобрались. Is she at the jail? Strangers broke into the place and took him away. Like you did. Only Father Mother wasn't very happy this time. Where did they go? South of the city. That's all I know. Так, вот и выяснили, куда дели. Отца, мать. Ну, вправили мозги. Нефиг, блин, с нами тут выдрючиваться. Совершенно справедливо. Да выпендривались. Ой, ну что я несу? Что я несу? Это же свои, это же свои. Неправильно это. Я очень хочу найти то место, где я обещал чуваку принести моль. That sadistic little thief. Look at what he did to me. If you find him, break a couple of his bones. Then I'll be happy, and I'll give you a weapon for your troubles. Оружие тут ненадолго, поэтому я не знаю, не вижу особого смысла тут заморачиваться. А вот это просто чудесно. Здоровье у меня что-то как-то подкачало. О, еще одна моль. Ну где этот молесборник? Так, нет, ну отца мать по-любому надо найти. Что такое? Враги? О-о-о-о. Череп ярости. Так, вот она. Тюрьма. Еще одна моль. Еще один. Да блин, сколько же я тут всего не видел-то, а? Вот он идет. Вот он, скотозавр. Накрыли чувака. Давайте, что ли, тогда заберем свое оружие. Че скажешь? Telling you
Слушайте, какая прелесть. А вот от молотка-то я не отказывался. Я все думал, что же на вторую кнопку-то будет у нас. Вот теперь выяснилось, что это цепь. И, блин, более того, наверняка можно было... Это что такое? Во! Here are the moths. Now you'll show us everything. No need to dig through my trash. Like I'm all out here. This is what you want. No, we're checking the room ourselves. Наивный. Мне это барахло не надо. Мне нужно то, что в других There's комнатах нothing there. Рыбий пистолет висит. Как же ничего, рассказывай. No, you can't. Чет, не могу. Я все могу. Mine. The moths are mine. Он ее жрет. А, ну да, у него же палитра вместо челюсти. Ну, чувак, я не собирался есть твою моль. Чё ты так переживаешь? Как динозавр. Ну, я взял улучшение, в принципе, неплохое. Больше нам от него ничего не надо. Так что пусть идет со своей молью куда подальше. А нам теперь... Куда? На юг. Куда следует отправиться-то? Куда утащили отца мать, туда и пойдем. Вызволим тварюгу. Вот это зрелище. Я не буду это комментировать. Ладно. В любом случае, мы потопаем дальше уже в следующей серии. А пока прощаюсь с вами и по традиции желаю. Не играйте слишком много, но и не играйте слишком мало. С вами был Любопытный Геймер. До связи.